Шинова, один учитель, я лично знаю профессора Шинова уже более в течение более чем 15 лет. Он раза 4 или 5 приезжал в Прагу, давал свои консультации, и его идеи коррекции мне очень близки. Вы очень хорошо ставили его и ваш опыт. И summary of достаточно места внутри корсета, чтобы было достаточно свободным, чтобы давление не слишком сильно было. Мы измеряли давление под подушками, и это давление от 3 до 5 кГ. То есть, если сравнить, это нажатие не сильнее, чем нажатие ладонью. И давление, да, действительно одинаковое для маленьких детей, для подростков. Оно вполне переносимое. Сила воздействия на тело пациента практически одинаковая. А при этом, да, конечно, мягкие ткани несколько видоизменяются, но это не опасное явление. Я считаю, что есть необходимость, что нужно комбинировать ношение корсета и интенсивную физиотерапию. Я также сожалею, что господина Караски здесь нет. Его многолетний опыт физиотерапии в лечении сколиоза было бы очень интересно послушать. Ну, может быть, нам удастся в дальнейшем послушать лекции доктора Яцека Карского. Thank you. That was the comment. We have time for